Я наконец-то в поезде. Я чуть не пропустила его, потому что у меня была пересадка в Болонье, и почему-то очень долго на табло не высвечивали путь, на который приезжает, платформа, на которую приезжает мой поезд до Анконы. И мне пришло, ну, если бы я не спросила у сотрудника станции, где все-таки останавливается этот поезд, наверное, я бы не успела на него, и мне пришлось бы менять билет, либо покупать новый, ну, скорее всего, покупать новый. Вот сейчас я мчу в Анкону, и оттуда мы поедем в очень красивый средневековый город Афанья. Он входит в список самых красивых борго Италии. В июле там проходит очень красивый праздник средневековый, когда местные жители облачаются в одежды соответствующей эпохи. И рядом с крепостью, которая расположена в центре города, проходят разные мероприятия. Рада, что у меня есть возможность показать вам этот город. Я там буду второй раз. Надеюсь, что с погодой повезет, потому что сейчас там льет дождь. Будем надеяться. Поэтому 2 дня впереди. И смотрите дальше, подписывайтесь, ставьте ваши лайки. И если есть какие-то вопросы, оставляйте обязательно комментарии, я на них отвечу. Per profumare gli armadi, ma gli armadi si pentano anche questi sacchettini con i semini di lavanda, che è un po' la tradizione marchigiana e chiaramente italiana, oltre che marchigiana. Invece gli oli essenziali possono essere utilizzati anche in naturopatia o in cosmesi, e qui chiaramente entriamo in un altro settore, perché può diventare una pratica medica oppure cosmetica. По городу Афанья продолжается. Сейчас мы приехали на мастер-класс по приготовлению тортеллини вот в этой тортеллини. Надеюсь, что будет видно. Я напишу название под видео. А сейчас мы будем делать тортеллини. Также нам покажут, как делают равиоли и традиционную штуку, которая называется крыща. Вот, ее делают испокон веков. В общем, все вам покажу, поэтому не отключайтесь, смотрите дальше.
крыша. Будем есть дома. Сейчас я вам покажу очень гениальную вещь. Смотрите, это карта города. Дальше идет список мест, где можно остановиться на ночлег. Пары, рестораны. И вот здесь продукт, типичные блюда, где можно традиционные блюда попробовать. Смотрите, сразу очень удобно. И вот на этом автобусе вы можете из Анконы доехать до Офани. Наш тур по Афане продолжается. Мы уже были в мясной лавке. Также я заглянула в церковь, но не смогла сделать видео, потому что там женщина была, которая молилась, и я не люблю такие моменты влезать и делать какие-то фото-видео. Вот сейчас мы приехали на производство вина, Кантина Малакари. Вот сейчас ждем, когда нас встретит хозяин, и будем смотреть, какое здесь производство. Но скажу честно, что я как раз нахожусь рядом с поваром, где созревает вино, и аромат стоит невероятный.
Второй день в Афане. Мы начинаем в Музее науки. Здесь собрана большая коллекция ученого Палуччи, который занимался изучением флоры и фауны Анконы и расположенных близ городков.